Всем привет, с вами Малыш, и это у нас Elite Dangerous, соответственно, с дополнением Горизонты, с последними патчами, все как положено. Покатавшись немного по миссиям пассажиры, по перевозкам пассажиров, немножко решил поэкспериментировать с кораблем Анаконда, и сделал ее, конечно, еще не довел до нормального состояния, но уже сделал 72 ячейки первого класса. Я, соответственно, это дело покажу и сейчас объясню, к чему это надо. Заходим мы в службы космопорта. Далее в комнату пассажиров. Смотрим, что у меня получается. Сейчас на данный момент у меня забито два задания. Это, конечно, не идеальный подбор. Но еще есть две свободные кабины первого класса. Вот, это у нас получается 72 ячейки первого класса. Вот, так что можно, как говорится, еще что-то взять. Я стараюсь брать так, чтобы лететь в одну сторону, на одну станцию. Да, здесь так хорошо подбирается оно, что... Вы летите в одну сторону, на одну станцию, и в одном месте все сразу сдаете. Это делаю я на в Солнечной системе и на станции Дедалус. Она ближе всего. До нее всего 166 километров. Я их называю километрами. Вот. Почему ближе всего на нее? Во-первых, там задания даются нормальные. Хорошо оплачиваемые, все нормально с этим. Вот. А почему ближе сюда? Потому что получается так, что обратно вы летите порожняком. Не видел еще, может быть, где-то есть, но куда я отвозил пассажиров, не было сюда, в Солнечную систему, не было ни одного задания по перевозке пассажиров. Вот, поэтому, как говорится, летите обратно порожняком. Но это не столь страшно, это, в принципе, летается все быстро. Вот, всего, как говорится, 166 километров. Так, посмотрим по заданиям. У меня взяты туристы 48 человек. Это у нас, ну, грубо говоря, 6 миллионов. И я взял туда же на 1 миллион еще туристы, еще 18 человек. У меня еще осталось место. Соответственно, я это дело просматриваю. И смотрю, есть ли еще у нас в эту систему, чтобы подобрать еще кого-то, да? Если нету, то, как говорится, ничего страшного. Почему? Потому что лететь туда всего от точки прибытия где-то 12 километров. Один прыжок, долетели, сдали, улетели, прилетели, опять взяли. Вот, это, конечно, не идеальный подбор. Бывают такие подборы, что... На несколько человек это за 8 миллионов, еще несколько человек 5 миллионов, еще несколько человек там получается у нас по миллиону где-то, и еще там, если место остается, там довести какого-то одного, да, вот, бизнесмена, директора, вот, они там по 500, по 600 тысяч так вот надают, стараюсь забивать полностью, и чтобы это все, как говорится, в одно место привести и сдать, и уже улететь обратно за новым заданием. А теперь посмотрим по поводу, как у меня все это дело сделано. Какие стоят эти, как они, модули. Идем в ангар. Напомню, что это у нас Анаконда. Вот. Она доведена сейчас не до хорошего состояния. Идеально, не знаю, есть или нет. Но... до конца доведена, но мы сейчас посмотрим это дело.
Итак, необязательное внутреннее. Значит, на 7 я поставил каюту пассажиров первого класса на 12 человек. 6, 4 каюты на 12 человек, как видите, стоят. Вот. По поводу перехватов, перехваты бывают очень редко, так что можете спокойно возить. На анаконде она себя нормально защитит. Также на 6 человек стоят 3 штуки. Это на 5 категорию, как видите, первый класс. И по 3 этих, по 3 пассажира вместимость каюты, это у нас на 4 класс, тоже первого класса. На 4 я воткнул генератор щита. Сейчас на данный момент мощность щита у меня 785, в принципе, это нормально для того, чтобы послать в нокаут какого-нибудь одного, кто перехватывает. Ну, соответственно, набор усиления для брони. Ну, вот, броня 945. Ну, я еще не ставил там дополнительно. Это у нас обязательное внутреннее. Это у меня стоит пока еще легкие сплавы. Это я обязательно докуплю. И будет брони уже побольше. Будет намного лучше. Со всем этим причиндалами пока прыжок 16. Как они называются? Световых лет, да, кажется? Вот. В принципе, это нормально. Вот. Нормально, хорошо тянет. Меня уже перехватывали, я отбивался, все, на ура, вытягивает, без проблем. И летим, как говорится, дальше. Также, как это сделать, чтобы посмотреть побыстрее, да, эти задания? Мы нажимаем Escape, переходим в открытую игру, смотрим там. Можно, в принципе, взять, к примеру, бывают задания, они по там по 5, по 8, по, мне попадалось по 14 миллионов. Вот, на несколько человек, немного, причем, что самое интересное. Вот. И они попадались у меня в разные эти системы. В принципе, ничего страшного, даже можно в разные системы, они улетают недалеко. Можно, как говорится, взять несколько штук по 5 миллионов, прокатиться, сдать и вернуться обратно еще взять. Вот. Но это кому как удобнее. Я сейчас еще раз все это дело просмотрю. Может быть, появится еще, чтобы добить. Но, походу, дела нету. Да, нету. Ну что же, остается у меня там, в принципе, немного места. Ну, вот это вот уже можно ввести. В одно место сдать. Ну, это где-то минут 5, может быть, грубо говоря, да, так, ну, максимум 10, я уже вернусь, все. Вот, ну, это не идеальный вариант, как я говорил, это такой быстрый вариант, если ничего нету, то можно это взять. Если ничего хорошего из задания нету. Ну, как-то вот так вот. В принципе, да, возить можно, если хорошо зафитить на большое количество. Вот, притом еще сможет себя отстоять, то это шикарно. Ну что же, с вами был Малыш. На этом пока все. Если кому-то интересно будет, пользоваться на здоровье. Не забываем ставить лайки и подписываться на канал. Всем спасибо. Всем пока.